В Шуше сегодня завершился съезд Победы. После панельных обсуждений был утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Участники съезда избрали президента Ильхама Алиева председателем совета. Были единогласно приняты итоговые документы. Резолюция съезда, обращение делегатов 5-го съезда азербайджанцев мира к президенту Ильхаму Алиеву, обращение участников съезда к азербайджанцам мира, обращение к Организации ООН по образованию, науке и культуре, к программе ООН по окружающей среде, а также к международной общественности – в связи с проблемой мин, созданной Арменией на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.